Всем привет, особенно мамы, папы, дяди и тети, бабушки и дедушки. Представляю вам хит сезона. Такая новая игрушка, просто дети от нее визжат в восторге. Когда дочка меня просила заказать эту игрушку, честно скажу, я сопротивлялась. Я не могла понять, что это за фигня такая и почему моему ребенку эта фигня нужна. Сегодня это приехало. И что? Что я могу сказать? Ребенок пищит от радости. Папа вместе с ребенком, ну и мама вместе с ними. А также все соседские дети и еще два соседских дяди. Я, конечно, не ожидала такой реакции, что будет такая интересная эта игрушка. Сейчас попробую ее раскрутить. То есть это такой магнитный волчок. Так, что-то мы тренировались. Так, легче мне ее раскрутить не на камеру. Вот так этот волчок крутится, вертится. Интересная вещь. Потом его вообще можно выкинуть с этой рогатки, так сказать, на стол. Сейчас попробую сделать такую вещь. То есть, как вы понимаете, раскручивать ее можно очень-очень сильно. И вот так вот это все крутится. Вот такая вот интересная юла светящаяся. То есть ребенок у меня в восторге. Стоит, в принципе, недорого, в районе 200 рублей. Всем рекомендую, всем, у кого есть дети. У меня ребенку 11 лет, и ребенок в восторге от этой игрушки. Соседским детям 8 и 14 лет, и они тоже в восторге от этой игрушки. Так что мотайте на ус. На Новый год, конечно, уже вряд ли успеете заказать, но к 8 марта и 23 февраля своим ребятне, или просто так, можно заказать. Игрушка обалденная. Мне очень-очень понравилась. Я брала ее за 170 рублей, и уже у продавца в наличии ее нет. Поэтому даю несколько ссылок. Походила по другим магазинам, цены разнятся, у кого-то сейчас скидки есть, у кого-то нет, поэтому дам сразу несколько скидок. Смотрите, у кого дешевле, там, собственно, и заказывайте. Я не думаю, что они там будут сильно отличаться по качеству, скажем так. Я думаю, что все пришла, она была запакована вот в таком вот пластиковой такой фигне. Все целое, все невредимо. То есть сама юла, она магнитная. То есть ее можно даже вот так вот примагнитить. В общем, вещь обалденная. Рекомендую всем. У кого хоть мальчики, хоть девочки. Обалденная игрушка, мне понравилась тоже. Так что не могла не снять. На этом сегодня все. Всем удачных покупок. Пока-пока.